косметики огромное количество. Вы уже это видите. И, наверное, вам будет интересно знать мнение мое о каждом из присутствующих продуктов. Вполне возможно, мне придется разделить видео на несколько частей. Но так или иначе, для тех, кто впервые на моем канале, я хочу сказать, что я профессиональный визажист, стилист, я фотографирую. И мне для работы с моделями нужны разные текстуры. Я даже не свадебный визажист и даже не какой-то там вот визажист провинциальный, который работает с клиентами. Я работаю с моделями, я снимаю их для работы за рубежом, поэтому мне нужны разные продукты. Я не сосредоточена на каких-то определенных брендах. Я стараюсь пробовать все. И масс-маркет, и профессиональную косметику, и люкс, и полулюкс, и эконом. То есть для меня не существует никаких границ. Мне не важно, сколько стоит средство и кто его произвел, если оно работает, если оно в принципе безопасно. Все я проверяю сначала на своих волшебных руках. Вот они, кстати. Если интересно насчет моего маникюрчика, вот он, вот, да, вот я недавно освоила иголочную технику. Я же говорила, что визажисту очень важно, какие руки будут в кадре. И вообще не в кадре, просто по жизни. Вы же работаете с людьми, очень важно, какими руками вы прикасаетесь к их лицу. Поэтому маникюр – это альфа и омега, и тут вообще это не обсуждается. У вас должен быть самый сногсшибательный маникюр, если вы визажист. А сегодня я попытаюсь разобрать залежи косметики. Свои безграничные, огромные. Что-то я отправлю, как это ни прискорбно, в мусорку, потому что у меня просто ее реально очень много, она портится. Что-то было прислано на тестирование, что-то я приобрела сама. Что-то мне подарили, что-то где-то, в общем, выкружило, кому что-то не пошло, там, либо у кого-то что-то не ушло. И буквально там вкратце несколько слов о каждом средстве, я думаю, будет интересно, и я думаю, что я поделю это видео на несколько частей, потому что мне самой лично очень нравятся такие видео, я просто реально релаксирую, когда их смотрю. Мало того, что мне просто приятно смотреть на косметику, так еще и комментарии, да, людей, которые это попользовали, тоже очень как бы неплохо и приятно, и полезно. Вот, за окном летают стрижи. С этим ничего, к сожалению, не поделаешь. Итак, если вам интересно, оставайтесь со мной. Поехали. Базы и корректирующие. BB-крем для зоны вокруг глаз от Garnier OK. Не рекомендовала бы его для тех, у кого слишком сухая кожа вокруг глаз, потому что ролик содержит кофеин, производитель этого не скрывает. Кофеин обладает таким свойством, как подсушивать кожу. Поэтому у меня на самом деле как бы с зоной вокруг глаз вообще все хорошо. Вот. Скоро я, кстати, появлюсь в кадре. Сможете в этом убедиться. А что касается вообще тех, у кого сухая кожа вокруг глаз, может спровоцировать морщинки. Арт-визаж, корректор для зоны вокруг глаз. Если брать во внимание все новинки этого бренда, вот я его встряхнула, и как бы он заполнил все пространство внутри тюбика. Значит, я думаю, что это самая удачная новинка, если выбирать из базы под тени и из базы под макияж. Вот они вышли все втроем дружно весной. Ну, я думаю, что это самая удачная новинка. 102 оттеночек. Вот, прошу любить и жаловать. Кто еще не обращал внимания, советую обратить. Неплохой продукт. Сывороточку Away я использую как выравнивающую базу под макияж. Учитывая, что производитель Away один из самых лучших в мире и самых продаваемых, я думаю, покупатель, как говорится, голосует рублем.
Вот. Мне нравится их рекламная концепция, мне нравится то, как продукт действует лично на меня. И модели у меня тоже его обожают. Вот. Хорошо выравнивает кожу и хорошо служит как база под макияж. То есть не только уходовое средство, но и для меня это что-то может быть сродни. Эмбриолиз. Интенсивная разглаживающая сыворотка. Что там у нас? 50 миллилитров на секундочку. В общем, я могу ли советовать? Да, я неоднократно советовала, и Дима в ролике про мужской макияж тоже хвалил. В общем, ему понравилось. Вот. А там кожа была что-то, ну, около 30 лет. Вот. Джинс, также производство Китай, также базочка, вот она в зеленом оттеночке. Вот так она перекрывает венки. Но, скорее всего, до свидания. Горячо нежно любимый мной продукт Дебора. Когда я его приобретала, возможно, в октябре или в ноябре, он стоил 800 рублей. Сейчас Фаберлик перестали сотрудничать с Дебора компанией, поэтому я допользую остатки и все. Скорее всего, ему на смену я возьму ЗФК в 01 оттеночке, он тоже такой же фиолетовый. Для тех, кому нужно плотное корректирующее средство, и он еще думает, брать ему ВУФ или нет, в данном случае 70 оттенок, я сейчас покажу, какой объем продукта, чтобы вы поняли. Да, возможно, он как бы недешево стоит, мне он достался в подарок, но сейчас увидите все сами. То есть вы погружаете туда зубочистку, а коробочка все не заканчивается, не заканчивается. Очень много продукт профессиональный, хватит надолго. Но поскольку коробочка сломалась и он перестал нормально закручиваться, скорее, да, он, видите, он прокручивается, поэтому придется попрощаться, если отталкиваться от той темы, визажистский фэншуй, который я уже снимала. Что-то побитое заставит побиться, что-то рядом с собой. Вот глубина коробочки. То есть продукта очень много. Осторожнее, поскольку баночка пластиковая, она может сломаться. Skin Control база от Вов. 35 миллилитров. Она также идет фиолетоватого такого оттеночка. Посмотрим, что будет с венами. Сможет ли она их перекрыть? Я думаю, что да. И при добавлении тонального и корректирующих средств продукт хорошо справляется со своей задачей. Он выравнивает поверхность. Поэтому, если у вас в городах есть ВОВ, советую присмотреться. Объем 35 миллилитров. Следующий это продукт Антисерн от Ателье. Инновационный продукт, в моем случае водостойкий, оттеночек вот вы видите на ваших экранах. Это очень тонкая, нежная выравнивающее покрытие. Что-то сродни тонального крема, но при том, что вы наносите его совсем незначительное количество. Вот вы видите, да? Он, ну, как бы желтит на моей коже, но здесь сейчас просто еще искусственный свет. Да, он перекрывает. То есть, если кожа хорошая у модели, то вы сможете дружить с этим продуктом очень и очень долго. Кстати, советую заходить почаще на сайт visageshop.ru. У них там огромный выбор продуктов ателье. И если вы хотите, если вы будете заходить туда каждый день, вы наверняка найдете интересные вам продукты, да еще и по скидкам, особенно если вы визажист. Вот та цена, которая написана на сайте, это цена просто для покупателя. Если вы визажист, если вы свяжетесь
с компанией, если вы сможете предоставить им свое портфолио там по ссылке в социальной сети, они убедятся, что вы визажист, вы получите еще большую скидку, то есть скидку на скидку. Имейте в виду, это очень интересно. И, кстати, очень хорошо, что бренд стоит лицом к визажистам. Ультраплотное корректирующее средство грим от Just. У меня в данном случае он идет в оттеночке 0,5. Вот. Сейчас я покажу, насколько это действительно плотное средство. Давайте возьмем вот эту венку и попытаемся ее перекрыть. Вот. Мы перекрываем и ее, и рядышком. В общем, он действительно плотно корректирует, и он действительно может справиться с такими проблемами, даже как герпес. А на фото и видео этого будет не видно. То есть он действительно, это потрясающий продукт. И даже если он испортится, я думаю, что я возьму себе еще обязательно. Только, скорее всего, оттеночек посветлее выберу. Это корректирующая пудра. Сейчас я покажу вам сводчи. Мягкая, мягчайшая, чудеснейшая текстура. Профессиональный продукт. Вот. Купила на каком-то китайском каталоге. И вот, смотрите, сводчи. Вообще все отлично. Отлично и прекрасно. Чудесное средство, могу рекомендовать. Коробочка выглядит вот так. Вот на ней изображена такая лошадка с кареты. И вот так вот называется. Makeup for life. Life не life, но кайф. Вот здесь номер 16 грамм. В общем, рекомендую. Еще один набор, про который спето немало от и на YouTube, и в социальных сетях. Он в работе, как видите. Обожаю вот этот оттенок. Просто обожаю. Здесь сейчас оттенок перемешан, родной, который был в этом наборе. Он перемешан с кремовыми Maybelline Color Tattoo. Сейчас покажу их. Вот такой оттенок. 45-й. Вот он такой перламутровый кремовый продукт. Значит, что он дает? Если вы его наносите даже на зоны, которые предполагают высветление, там, где должен быть хайлайтер, и даже сверху наносите тональный крем и еще пудру и так далее, при работе вспышек именно будет подсветка изнутри. То есть это вот очень классный продукт. И вообще советую новичкам вот такие палеточки. Они вообще ничем не пахнут. Значит, здесь практически все корректора на все расы, расцветки и так далее. Палитра завозюканная, потому что она в работе. Ну, я ее обязательно приведу в порядок, обещаю. Просто сейчас как бы лето, и я немножко расслабилась. Советую вот такую штучку. Это тоже что-то сродни базы, если модель возрастная, если возрастной макияж, да и вы сама возрастная. Это 1% гиалуроновая кислота, которая будет годна до 18 аж года. Вот. Я ее приобрела в количестве 2 штучек, одну для себя и одну для работы. Она как бы живет, поживает в моем визажистском кейсе. Если вам интересно, я оставлю ссылочку на то видео, где я делаю сводч этой гиалуроновой кислоты. Вот, моя радость и моя боль.
это плотные корректирующие средства, либо плотные тональные средства. Но это вот, знаете, это какой-то бешеный вообще раритет, безумный. Хорошо вообще работает на съемке, потрясающе, замазывает все прыщи, все выравнивает, все отлично. Мне лично не нравится запах. Те модели, которые были на съемке, сказали, нормальный запах. Я говорю, вообще вам как вот такое на вас намазать? Они говорят, вообще все отлично, все хорошо. Вообще жесть. Они могли это назвать, я не знаю, как угодно, но только не так, как они это назвали мне. Я просто вот именно ради интереса взяла, думаю, что же там такое. А там хорошее средство. Вы знаете, я сейчас покажу свотчи, чтобы вы убедились. Вот. На Байнкоинсе вот это средство, как бы вот это, оно краснит. А на самом деле оно такое вот коричневое. Вот сводчики вам. То есть плотное, плотное, хорошее, покрывающее, такое вот гримовое даже. Нечто. Причем обладая вот такой палитрой, вы сможете подобрать тон вообще к любому оттенку практически кожи. То есть удобно, удобно, маленькое. Но если, конечно, с размаху бетонный пол разобьется, если крышечка с размаху тоже, бетонный пол тоже разобьется, написано вот Made in USA, то есть, ну, это вообще залепа из залеп просто вообще, который только можно придумать. Вообще зря они это сделали, то есть надо было просто дать продукту нормальное название, и я думаю, он вообще пошел бы на ура, особенно у профессионалов, и то есть объем, видите, объем большой. Продукт плотный, вот свотчи, покрытие отличное. Но при чем здесь Naked 3, вообще при чем здесь это? Заодно это его можно, конечно, отправить в мусорку, но моим моделям он был комфортен на съемке. По факту, вот это я оставляю, а вот от этого я избавляюсь. То есть всего 3 штучки у меня уходят. Значит, это будет для работы, все вот это вот, все что вы видите, ну это для повседневной жизни, сори, да, это для работы, для повседневной жизни, так что-то где-то быстренько замазать, самое оно, самое то. Ну, на 3 средства, как говорится, поредела коллекции, и то хорошо, потому что ровно то место, на которое она редеет, освобождает место для нового.